Много ли русских шпионов за границей? Мне кажется, что много. Я думаю, что шпионов других стран полно в России. Даже больше. По-моему, недостаточно. По-моему, все честные люди должны работать на Россию. Ну, можете назвать это шпионить, но я считаю, что чем больше информации, тем лучше. Понятия не имею. Я думаю, у нас много зарубежных, и у них много наших. Но это же обычная практика жизни. Ну, шпионы были всегда, начиная с древних времен. Ну, как так государство каждое защищает свои интересы, добывает информацию. Ну, я думаю, конечно, они работают, и, ну, мы их просто не видим, скажем так. И я думаю, их, конечно, много, как и наших, так и зарубежных. Я считаю, очень много. Профессиональных, я думаю, много не бывает. Так исторически сложилось. Ну, каждая страна в своих интересах ведет какую-то деятельность, в том числе и разведывательную. Это нормально. Я думаю, что много. И всех надо отлавливать. Потому что ничего хорошего они не принесут. Они просто отрабатывают свои зарплаты. Все. А толку никакого. Народу это не нужно. Я считаю, что это глупая, бессмысленная работа. Тем более наши шпионы. Я не считаю, что они профессионалы даже. Начнем с того, что шпионы были и будут всегда. Это неотъемлемая часть политики любого государства. В Европе, в Штатах, в России, на постсоветском пространстве. Относиться к этому может любой человек по-разному, но это было и будет. Поэтому, ну, поймали, плохо работает. Думаю, что сейчас это не такая сложная схема, как это было во Второй мировой. Да? Сейчас просто, может быть, человек сидит дома на диване, получая вторую зарплату. Вот. Много, ну, наверняка, да. Почему бы не слить какую-то информацию за определенную денежку? Ну, что поделать, шпионы по всему миру, как бы это все политика, это все деньги, здесь ничего нового. Смешно это. Я приеду, мне тоже за шпиона могут принять. Просто им выгодно, видимо, выдавать их за шпионов.